Всем привет! Продолжаем рисовать. Давайте сегодня нарисуем что-нибудь простое. Попробуем нарисовать квадрат, но не простой такой квадратик, а объемный квадрат. Так, что нам нужно? Для начала нарисуем квадрат. Вот. Вот так. Нарисуем вот одну линию, потом вниз такого же размера. Примерно рисуем вниз и параллельно. Сюда одну и сюда одну. Отлично. Теперь, чтобы придать объем, нам нужно нарисовать его. Так, для начала возьмем из этой точки, проведем вот, ну давайте вот до отсюда, где-то вот такую линию. Пускай будет так. Теперь из этой точки проведем вот сюда, чтобы у нас вот эта и эта линии были параллельны. Можно даже нарисовать вот эту линию сначала. Вот так. И еще может чуть-чуть, да? И вот так. Вот что-то получается. Отлично. Теперь нам нужно рисовать эту сторону. То есть, вот у нас эта линия идет, и здесь вот такая же линия должна быть. Вот эта линия, и здесь такая же ей параллельная. Вот так. Посмотрите, еще один квадрат, или грань его получилась. Наш квадрат или куб, это объемный квадрат, давайте скажем, уже готов, но мы можем еще нарисовать невидимые линии. Вот из этой точки, так, вот у нас параллельная, вот здесь тоже должна быть где-то параллельная. Где-то вот здесь я точку поставлю, и теперь, смотрите, делаю вот такие пунктирные линии. И где-то они вот тут так сходятся, да, в этой точке. И вот здесь вот так, и вот так. Посмотрите, какой получился у нас объемный квадрат или куб. Теперь я его обведу, чтобы он был красивый, такой четкий. Посмотрите, какой у нас. Вот так. Вот так вот. И вот сюда. Отлично. Вот здесь я чуть-чуть криво сделал. И теперь можно вот эти линии так сделать. Вот так. Сюда. Вот, посмотрите, какой у нас получился куб. Давайте подпишем. Куб. Или кубик. Всем спасибо, ждите новых рисунков. Пока-пока.